Вот, теперь сделал. А как же Лалец? А Лалец скачался. Ну, патч, кстати, скачался уже. Ой, мы потеряли 20 зрителей. 20 зрителей. Это больше, чем... Чёртов Warcraft! Больше, чем 19, меньше, чем 15. Математика, смотрю, у тебя хороша. Все, отлично. Сумеречные руины. Раза два уже делал стоп-старт. Ну, тем лучше. А я забываю, можно это увидеть всегда в окошке. Там же время идет. Сколько зарекорджено уже. А, вы этого не видите сейчас. Ха-ха, вам этого не показывают. Сейчас будешь тимить, да, там это... Конечно. Я с Сауроном тимил, он победил вроде бы как. Да там мне интересно, там получилось... А это опять это будет эта карта. Короче, в этот раз я сыграю через рифлопуш и убью ближнего к себе. В прошлый раз меня забесило. Я хотел играть в тир 3 юнитов, хорошие стеки, а тут придурок решил меня убивать. Мы, короче, с ним сражаясь. В итоге я его победил, но тут Саур говорит, у меня, короче, это 7000 и 4 нычка, а у тебя что? Ага, у меня одна нычка и 300 голды. На ТП хватит сейчас. Диман орёт меня. Диман это? Билан который? Да-да-да. Дмитрий Дилан. Плеер, давайте джойнитесь, сейчас будет имба и ФФА. Ты первый пришел к нему на экспо, рабов поубивал. Так это была проверка, что у него за юниты. Это же логично. Видишь, ты первый начал, да? Ага, просто первый начал. Причем я больше там потерял, он мне архимага убил 3-го левела. А я убил ему 6 рабочих. То есть он вообще должен быть рад. А он после этого решил, о, надо строить 90 лимита грифонов и идти в атаку. А когда ты ФФА играл? На сегодня перед ЛКСом. Нифига там орки. Сплошные орки. Да блин, кто? Все, гоу. Выскочил. Да там один чувак выскочил, тарт какой-то. Толпа блейдов, да. Хреново. Будут тык своего коня делать. А я вот думаю, может без коня даже на эту карту сыграть. Но тогда я не смогу запушить на первом тире. Ну не на первом, а на втором, третьем, когда я там буду пушить. О, там же надо это, что-то такое прописать. Старт там. На, вот. FF? FF надо прописать. Забыл прописать FF. Twilight Ruins. Не, на этот раз мы сыграем по-другому. Никаких Dark Ranger'ок, никаких late game'ов. Ой, опять тут же. Проверенная уже. Место. Все нормально, должен тащить. Ну. Раскликивайся, контроль. Контроль есть, сделать контроль, окей. Там со мной письку, мне письку суют, наверное. Пись. Фу, и какие они грубые. Номер восьмой тоже письку хочет. Вообще ужас. Видишь, тоже говорит, мне тоже. Есть письку. Гулах, хэп фан. Какой-то манерный вообще. Это ладно, у меня в ладере была манера, а челы типа пишут там, гулах, хэп фан, а я пишу me too. Вообще просто. Ну слушай, зашла шутка, да? Да, правда, да. Те люди, которые уже не в первый раз со мной встречались, их это бесило. Они stop writing this. Там просто. А еще эти темы были good luck, sir. Ну кто там, седьмой номер? А это вот как раз тот чувак, который хотел выйти сразу. Ну все, дропай. Он рядом с тобой, там нычку занимай быстро. Калипсо, а ты? Ну да. Ну он там глупости какие-то пишет. Да. Знаете, как а это... А ты пис. Да. Видимо, он Калипсо. И сам поблагодарит за подсказку. Супер подсказка. Чё там, где там моя вторая ферма? Ой, я походу её высоко поставил. Че?
вообще застройка. А я не помню, что здесь было. По-моему, было... А, я могу пробежаться футиком, посмотреть. Помню, нычка здесь дико легко крепилась. А вот что тут было, я не помню. А, ну да, здесь отстой. Даже шестерых возьмем с собой, пацанов. На этот отстой? Не-не, на этот отстой мы никого не возьмем. А что ты без звука? А, я без звука, точно. Вообще просто сижу такой олух. Что такое? Загресс не так, да? Все ты можешь, не ври мне. Кто это сказал? Кто сказал, что не может заниматься строительством? Казнить! Да, не может, слушай. Ой-ой-ой, они уже прибежали. А мы из-за этого строителя еще не дошли. Какой ты слабый. Где там архимагушка? Где этот дедушка старенький? Опять когти, сплошные когти. Барыш. Так, вот ты и пойдешь домой. Так как самый больной. Больных мы домой отправим. Все, второй левел, изи, катка там, все такое. Fuck that, you are noobie. Ой. Yes, my lord. Job done. Well, job done. What is it? Сергей просто полоскит мопцов, прощает. Не прощаю мопцов. Ой, как, ну как они побежали, идиоты? Максимагушка его сообразил. Что он там никак бы не пробежал. О, вот это проблема. Тут уже за гививапил. Кто-то уже за гивапил. Там люди сражаются уже, а ты тут с мопцами. А я это с мопцами сражаюсь. Так, конь пожарный пусть бежит. Так, рубить, всем лес рубить. Так, здесь эльф. А? Это все? Все, чуть еще надо. Долче веспа поставил, там мы проходишь, забегали. Что, нельзя ей купить разве? О, вот этого я не помнил. Это проблема. Так, а здесь что? А здесь орк. Я думал, он пурджер кинет в другое место свой пурдж. Что-то в чатике так глухо, народ потихонечку уходит. Нету знатоков, нету знатоков Warcraft. Да вообще нету. Чем? А мы третий так и не получили. Это хреново, Гадя Петрович. А мы не получили где-нибудь там? А тут нет на карте больше ничего. Такая карта не очень.
Там какую-нибудь зеленую точку кого-нибудь подрезать. У Арка, например, на того. Вдруг он не зафармил. Вот, Сталин, знаток, Виви Рак. Ага, полезные сообщения. Очень информационное. Вообще, все и так это знают, но... Второй барак пошел. Серьезно настроен на победу. Один не дали построить. Бешеный орк. Да, Сарка. А орк это кто? Это вот этот был? По цвету. Надо было цвет все же включить. Нет, это пока не строим. Вот это. Вообще мне надо было же до центра дойти. Мне же панда нужна вторая. Иначе я орков не выиграю. Без панды. Ой, это не... О, он сейчас пульс просто кинет, и все, это я тупанул. Было сначала футмана подвести. Так, и один из смертников, иди-ка туда. О, третий левел. Вообще у тебя рабы не хотят ничего делать. Только у меня. Рабы они такие. Окей, не страшно. Ну чё, всё, ready to push. Наверное, передал один лута. Анди, например. Да, да, я не успел ещё. Ну так, мало ли, вдруг ты забыл, может, напоминай. Плееры ливают уже. Вообще. Вдвоём просто. Я тебя убил, короче, все, мне больше делать нечего в этой игре. Да-да, это примерно так и выглядело. А, черт, это же FFA, это же не соло. У меня была одна такая игра, типа, я выиграл чувака в соло, ну это соло было. Он начал меня спрашивать, как играть против этого. А, это он и вылетел? Не, это не он вылетел. А чё он стоит? Или это он вылетел? Не, это он вылетел, да. Ну, походу, нычку снесли. Тогда это отменяем, это нам не надо. Вообще халява. Халява просто. Тогда нам нужно уже следующее издание. Да, не прокнул твой рефлопуш. Прокнул, я же победил. У тебя проблемы какие-то? Не-не-не, все нормально. Я же победил, подожди. Опять тебя рабы не хотят строить. Че ты их никак не усмиришь? Беда, все придется убивать. Убивай что-то. Спажа халява. Хотя, может, эти вышки стоило закрейджить. Еще сейчас один вылетел, да? Ну чё, хватит мне? Да этот серенький! Серенький. Там эксперт говорит, что без танков не обойтись. Учитывая, что мы против орков играем, точно. Ну, я не знаю, против кого мы точно играем. Нигде не поставить. Тут все убивать. Вот это надо, наверное, увидеть. Да как он заколебал этот лагающий парень? Причем здесь сервера-то нормальные, здесь не лагающие. А, я не то убиваю. Вот это надо убивать. Так, сделаем.
Футман, сходи, расскажи мне, что там происходит, а нам пора, наверное, выходить за лимит. Хочется еще чуть-чуть посидеть. Еще чуть-чуть посидеть. Причем ты видишь, Майк, каждый раз, когда я пытаюсь заказать Hunter's Hall, он всегда это делает. Hunter's Hall, Hall свой просто. Он начинает лагать. Видимо, в этом проблема. Что у тебя лагает? Что? Я отходил немного. Да там один лагающий парень. Постоянно. Warcraft не очень все лагает, да? О, здесь парень даже еще не крепился. Ладно, сделаем здесь магические вышки. Блин, я футмана не вытащил из группы. Все, мы вышли из лимита. Тогда выходим дальше. А что с нашим лесорубом? Почему так мало леса? Что-то не работает. Чего это? Никто не работает, все филонят где-то. Вообще я не понимаю, что тут происходит. Что-то не можешь, как-то не знаю. Приструнить. Это днище. Я надеюсь, умрет в лагах. Я реально надеюсь, что он умрет в лагах. Еще пойдем посмотрим на его армию. Скорее всего, там мазгрифоны будут. У нас еще нету армии против них. У нас еще не третья панда даже. Может, стоило просто качаться. О, вот он. Что-то это не похоже на масс грифонов. Масхуты. Да блин! Лагающий парень. Прекрати. Это не оппонент. Что, победа? Изикат? Ну, его-то да. Что делать с орками, еще неизвестно. О, мы приста потеряли. Обидно. Я не представляю, он с чего играет с телефона, так надо, короче, идти его ломать до конца. У него когда-нибудь кончится этот лимит лагов? Компьютер играет. Компьютер также вышки выстраивает. Почти нам убили парня. I'm your father. Forces are running.
Мои присты подошли. Лечить паладина. Паладин сам всех полечит. Чё ты говоришь? У тебя ПФ вообще легкий. Так нет, там уже еще развивается непонятно кто. Вполне есть вероятность, что там посильнее меня парень сидит. Так. Куда-то там полез глубоко уже на автопоходе. Юнитов вроде не теряем, ну, кроме вот этого. Все, он вышел. Ура, благо больше не будет. А ты его специально убивал, да? Да, на самом деле. Лишь бы лагов этих больше не было. Так, теперь нам надо последние грейды. Еще вот это одно здание. Вы вдвоем сюда. Убиваем это. Убиваем это. Это нам не надо, вот это убиваем. Там еще вышка одна. Еще одного приста, одну сорочку. Присты, старайтесь, как никогда не старались. Опа. Блин, не успел дыхануть. Не успел подышать. Зато увидели первого парня, который потенциально наш враг. Какие-то у него непонятные райдеры. Вообще, бессмысленные. Мана, ты продаешь. Так, так. Сюда. А, не-не-не, вот сюда надо. Кто-то ее закрепил. И это был не я. Сдай, так, так. Сюда иди. Ай, просто иди сюда. Так, что тут у нас есть? Тебе. Это тебе. Фанат может против тебя объединяться, по-моему, да? Не, я не знаю. Я же говорил, я не знаю их армии. Вроде рано объединяться. Ну, здесь вот орк какой-то. 14 тысяч мил. А у меня сколько в этой штуке? О, ясно. Он так поздно ее построил. Так, что надо производящих зданий добавить еще? Да, я еще вот это одно построю. Здесь обосновываться. Панда, ты где? Здесь а танки как же? Из танков? Так есть там одни орки какие-то, они нам не нужны. Нам по лесорубу еще одного. А то этот что-то не справляется, халтурит много. Так, ну и пойдем в центр, пройдем здесь. Книжки интересные выпадают. Это забрано все, похоже. Ну, тогда идем уже воевать. Нам надо слить рифлов. Можно их самому убить. Сколько я почищу? Не так много почищу лимита, на самом деле. СБшников мне надо за место рифлов.
Грейды делаешь? Мне пока нечем убивать. Грейды мне все уже сделал. А, нет. Вру. Мне только если вертолет понадобится. Но если там одни орки, то я их должен просто грифонами убивать. Больше ничего мне не надо для этого. Либо в землю уходить. С форка танками никто не играет. Мои СБшники. Так, ну что, посмотрим здесь. Нычка одна из потенциальных. Ой, у нас левел 4. Так мало леса у меня нет. Пугает. Так, здесь что-то рабочее. Так, прорываемся. Убиваем. Жмем сразу ТП. Ну, посмотрим, что тут у нас. Ну, это как раз убивается то, чем, что я делаю. Мне надо добавить пару хавков или пару этих. Ну, мои СБшники не дошли. Или пару кастеров, и все. Это умрет. У меня все грейды тогда есть, получается, из нужных. Интересно, за то время, пока я буду до туда идти, он уже отстроится снова. Все у меня вооружены и опасны. Передам. Чё, пора светить этого, посмотреть. Зеленый побеждает какой-то. Чё, простые вышки, я правильно понимаю? Простые вышки еще. Пойду-ка я туда, там, ребята, я смотрю. Мир труд май у них. Это морг без бетона даже уже. Да-да-да, уже. Через полчаса игры без бетона? Уже без бетона, да, правильно подметил. Так, я должен здесь где-то зеленого встретить, а вот и он. О, отлично, его воевать. Какие-то гранты у кого-то, я подумал, мне показалось, а нет, это грант, действительно. Вообще, наверное, стоит выйти за линейца сразу. О, вообще, смотри, Мань, хоп, а там подарок внутри. Знаешь, так говорят, yellow win, счет, они знают мой цвет, Мань. Пошел убивать зеленого, в итоге убиваешь розового, что ты вообще за слова не отвечаешь. Я не шел убивать зеленого, я шел убивать того, где, с кем зеленый дерется. А, такой это вообще крипджек типа, да, такой? Да-да-да, но я его убивать не буду на самом деле, он мне нужен живой. Хотя не знаю, какие у меня левела. О, ты что творишь? Вообще читер. Ну все, чувак, ты за это заплатишь. Да дыши вообще. Вот, вот этого убиваем. Какой он наглый. Нифига там у него еще и этот есть. А ну стоять. Да дыши, пандочка. Ну куда-нибудь дыхание. Ой-ой-ой-ой, мои кастеры. Короче, тебя размикрили просто. Вообще, да. Да он мудила бегает по кругу как. Не, ну а чё он бегает по кругу? Ну, окей. Чё, побегал? Нормально всё? Побежался? То есть, такое впечатление, что вот два юнита, которые у меня умрут, они меня... Ладно, я вернусь в базу, честно. О-о-о-о-о-о. Два юнита, которых я там потеряю, они вот всё. Это вся моя армия, больше у меня ничего не будет. Нет, чтобы как мужик отдаться. Так. А? Сколько тут армия? Yes,
Работу не купил. Она мне не нужна. Не кликнул? Купил? Ну да, кликнул. Эй, куда полетели? Ой, а ману-то я не купил. Вот что я точно не купил. Вот это была проблема. Ой, побеждаешь. Почему он меня убивает? Надо юнитов подстраивать. Это я точно могу сказать. Эти штуки надо было бы снести. Yellow kill! Kill yellow! Чё, ну как чересчур опасно утонул? Задел твою панду и одного... Где моя подкрепа? Она что-то не летит. У тебя точки сбора нет нормальной. Вот я сейчас тоже об этом думал. У меня подкрепа реально не летит. То есть у меня 88 лимита, а где они? На эпик раскачался. Ну или он тоже, кстати. О! О, мои грифоны прилетели. Нет. А, вот это был фейл. Панду, конечно, нельзя было терять. Эту штуку надо было еще выбить. Или эту выбить. Все. А я еще победил. Да. Козлодоев напал на нас. Вообще тебе покойник дает. Тимит тебе. Угу. Ну где? Я же вас выделил, этих грифонов, которые были лишние. Вот они. Пик! Панду не, панду мы закажем по-другому. Ого, какая-то застройка. Вау, 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 вау. Что, драка на драке, драка и погоняет. Интерес начался. Да. Где пан? У меня и нету еще, я не дошел. Ну, я тут вообще не контролил чего. Если бы он контролил, он бы сейчас меня выиграл. Потому что я не был готов к этому файту вообще. Он меня и застраивает здесь, мы с этой застройкой справимся. Ой, стоп. Так. На это пофиг, нам главное мейн защитить. Так, это розовый, да, на меня напал? Да, это розовый, просто идем и заканчиваем тогда его. На его же базе. У него тут вряд ли вышки отстроены, раз он юнитов построил заново. О боже! У меня нету. Маны. Просто нет
маны. Ой, я панду отправил случайно, а не этого назад. Ладно, я не готов с ним воевать. Вот это был фейл. Зачем? Там этот отстроился снова. Да без этой нычки, конечно, нам хреново. Не, СБшники нам больше не нужны. Clear the sky. Require my assistance. Get on with it. Our town is under siege. Well, the Blood Elves are away. Yes, my friend. Egon. Is someone injured? What is it now? Egon. Yes, my lord. I can't tell. What ails you? Lie. Is someone injured? What ails you? What? At your call. Yes, my friend. Yellow holding me and me. Help! Help! Эканом, что это второй левел до сих пор бегает у меня? Как так-то? Просто оглядываешься и смотришь, что какая-то хрень стоит. Чё, где там твой хваленый дипломатик вообще? Какая дипломатия? Этот парень объявил мне войну. Больше никакой дипломатии. Вы куда полетели? Please. Ему, видимо, нычку снес тот чувак, который орк богатый. О, вот это проблема, у меня новой нычки-то нет. Блин. Ауру-то я так и не купил. Догнать этих вообще нереально. Надо резко туда сбегать. А? Что это было? О, мои рабы. Все сюда. А, кого бы отправить к нему на базу? А я знаю, кого я к Найта отправлю туда. Так, нам нужна аура передвижения. И нету тут у нас ничего такого. Сорочка, тогда. Короче, Кнайта туда отправим. Сейчас мне надо собрать себе ХС. Но мне надо реально этого парня добить до конца. А то он так и будет меня мучить. 2 миллион башен. Снесли мне миллион башен. У нас одна нычка осталась. Это проблема. Нам надо взять ХС и идти на зеленого орка обязательно. Хэсы будут у этих парней, надо запомнить. И обязательно идти на зеленого орка. У него были абсолютно не раскачанные герои. То есть с этими должен буду справиться. Сорочки. О, мы встретили этого парня. Блин. Птицы, мои птицы, не успевают мои птицы. Три нычки у этого зеленого. У него сейчас армия может быть 100 лимита чисто. Ой. Ни одного юнита оставлять не буду. Мне сейчас нельзя. Так, тогда ты беги туда.
Так, и рыцарь, беги сюда. А мы тогда уже будем этого парня бодать, раз он у нас еще огрызается на моих юнитах. У него, скорее всего, вот здесь щеночка поставлена. Сколько здесь? О, здесь 7 тысяч. Блин, выходить из лимита неохота. Ну надо, надо, надо выходить из лимита. Так, ты дошел. Ты еще один парень, который говорит стоп. Он ведь мертвый, у него три нычки. Stop killing me. Парни три нычки, но stop killing me. Совсем не врушка. Три ВТП. Читер. Лесоруб, иди сюда. Где мой рыцарь? Рыцарь, иди посмотри, что тут. Так, так, так. Ой, зря я туда полетел. А, нет, не зря. Спасать пацана. Оу! Опасный парень. Настоящий опасный парень прилетел. Воу-воу-воу, вот это фейл. Ох, ты так пошелся. Вот он, читер, просто бьет мне архимага. Не знаю, что там кто побеждает. Будем надеяться, что мы надо по кастерам поработать. Делай таунт. На плече архимага. Ох, да. Кстати, был прав, что надо полечить архимага. Не, вроде мы выиграли. Там еще розовый что-то там это. Да, 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 вообще. Ой, слушай, он застрял. Грустно. Я бы расстроился. Пришел, короче, побегать. Да, пришел побегать, а не пробежал. А, поезда не добил. Да, но. Мы очень много здесь потеряли. Мы всех кастеров абсолютно потеряли. Не-не-не-не-не, надо в лимите сидеть. Ой, а, у меня уже есть эти. Тогда вот кто нам. Халява бегает. Я точку сбора не поменял. Че моя армия его не била? Халява же, че, че я трогаю? Вот ты вообще там погоню устроил. За халявой. Это непростая халява получила. Так, это где вообще? А, понятно. Эту нычку никто не поставил. Это этот бетонный. Не бетонно. Бетонно, не бетонный орк. Так, мы вышли из лимита одним рабочим. О, хреново. Они мне вроде нужны все. Факин СБшник. Так, где мои сорочки? Так, обязательно им закупаться.
Инву, хэс, хэс. Нам не надо. Вау. Леса не хватает. Чего? Леса? Ой. А, ну, мне почти ничего не надо. Ой, лес. Золото имел в виду. А я лес отправил. О, это что такое? Расскажите мне, как это получилось? Я хочу повтор посмотреть. Что? Как я телепортировался Архимагом, что Архимаг оказался там? Я сделал телепорт Архимаговской ультой, но Архимаг оказался вот здесь вот. То есть он не прилетел со всей командой. Ну там типа лимита по юнитам не хватило, в общем, Архимаг решил не полететь, всех отправлю, сам не полечу. Ну пацаны, ладно, ради вас, ради вас, пацаны, я не лечу. Слушай, а если бы я туда прилетел, это вообще бы жопа была. Ну если бы он был с нормальной армией здесь. Прилетаю, а улететь не могу. Воу, у него еще есть армия, но у нас могут быть проблемы. Хотя, супер панда. Ладно, надо фокусить юнитов, по юнитам просто работать и все. Супер панда всех покарает. Так, и надо цвет уже поменять. Какой-то телепорт был из инвиза, что ли? Блин. Да, он, скорее всего. А, мы вообще здесь, я понял, где мы находимся. Потерялся уже. Да, я думал, я где-то снизу, но у нас проблема, если они нас будут продолжать тимить, мы слили. По халявную пришла. Да. Она нам не нужна особо. Да, мы испытали. Я просто нажимал, думал, это какая-то ласт-атака была, что-то в этом роде. Ой, это ласт-атака, рабами. Хорош. Жесткие проблемы, у меня надо нычки сейчас останавливать. Ну того парня надо добить. Что-то у тебя лимиты как-то. Ну мне нужны СБшники сейчас обязательно, чтобы перебирать это. Как-то я этой армии спокойно могу все убивать. Посмотрим, что тут у нас. Развился парень снова, да, у него снова есть нычки, снова сейчас начнет клепать своих гребаных юнитов. И здесь, да, слушай, мы тут сливаем. Они слишком рано меня затимили, то есть я не был готов к такой осаде 5 игроков. Ну, понятно, я бы на их месте тоже меня тимил, потому что я хуман с телепортом. Против этого никто не хочет воевать. Надо этого добивать. Пойди сюда, может, я успею. Надо сейчас массовый ТП всех раздражать. Иди сюда, собирай. Ферму ломаем. Надо уже заботиться мне о каждом моем юните. Так, это пятый, а это 10. Это разные игроки. Успел. А, СБ... Ну как они не стелепортировались? Просто на уклон.
Да, мы почти лимит уже сравняли. Так, здесь рабочие, да? Ну, у тех ребят-то более рабочие нычки. Мейн рабочие. Еще здесь есть нычка, которую надо завоевывать. Обязательно, да, отправить рабочим. СБшники не умеют с нами летать, мы их не берем. И надо ХС купить хотя бы один. О, кто пришел? Стоять, стоять, стоять! Здесь все прилетят. А, мы походу проиграем сейчас. Надо еще одно дыхание сделать и после этого делать супер пангу. Так, что у нас там по юнитам? Так, вы их не догоните, да, я понял. Такой трайхард. Зол оказался не один. Ой, это так далеко не ходить. Ну, это нормально. Это все в плюс. Иди сюда. Блин, вертолет, конечно, жестко не хватает. Тут с трех строит. С четырех даже. Лоу? Какой наглый. Well,
А ведь еще там есть игроки. Проблема. Сколько осталось у нас? А, нет, подожди, он последний? А как так? Что, он последний? Да, он последний. Вот-вот. Я был уверен, что еще вот этот есть. Пятый, который номер. И, ну, розового я удобил. Ты думал, там еще игрока, знаешь, три игрока против тебя там. Нет, три там точно не могло быть. Нет, так все тогда? Все, же. Мы ничем не имеем. С ним-то у меня вообще не было проблем. Хоть у тебя скучный ФП. Ага, скучный. Не знаю, ничего скучного. А он даже не отстраивается заново. Ясно. Не, ну, все, здесь один игрок только показан. Да, Палыч баланс показывает. Я слил всю свою землю и сразу же восстановил ее после конца файта. А воздух я как раз хилял. Там ХС, просто хилял. То есть получается, землю я имею право сливать. Там как раз лимит моей земли, видите, это 6 юнитов. Ровно столько Палыч собирается восстанавливать. Кому интересно, это просто очень давнейшая стратегия. Забивать этот лимит надо вертолетами. То есть 80 лимит, и тут у меня сейчас на руках. А забивать лимит надо вертолетами, либо сверхничками, ну, обычно. Это если против орка играть, стандартная схема. Если за хумана, конечно же, с паладином. Если вы без паладина играете, там уже, может, по-другому вообще по-разному. А что он? Будет сдаваться, нет? До конца сражается, пацан. Так он не сражается, в том-то и дело. О, пока стоят здания, он все еще жив. Ой, я не могу кнайта построить, а почему? Мне мэн снесли даже? Нет. Почему не могу кнайта построить? У меня ламбармила нет ни одного. Еще раз. Ламбармил, касл, блэксмит. Серьезно, у меня нет ни одного ламбармила. Мои лошади без дерева не могут работать. А у меня нет ни одного рабочего даже, чтобы обладать. Так. Блин, мне теперь его по карте, что ли, ходить искать? О, точка. Мань, пора качаться. Блин, бейте, если не бьют, они же не спят. Если не спят. До 10-го качать? Не, нельзя. Мне, кстати, до 10-го пол-юнита не хватает. Блин, сколько уж у него на карте. Я просто вижу все эти зеленые пятна. Вот так вот, там еще новичка. О, все, он готов. Готов воевать. Объединяемся. Летим, я успею, надеюсь. Он как раз нычку эту выработал. А, у меня нет ни одного ХС, но вообще пофиг. Там кто не увидел, СХ умер сразу. Чё? Да, там СХ был, но он умер. Как так? Не успел. Ну, первый левел, нет? Не-не, у него же СХ был военный. Воинственный парень. Кого мы потеряли? Землю мы не потеряли. О, проходик есть. Да, сражается до конца. Прав. Шансов у него вообще нет. Я думаю, там еще есть игрок, тогда была бы проблема. Вот так он весь Bloodlust дает мне сам по себе. То есть все мои грифоны под Bloodlust'ом постоянно. Мне двух СБшников вполне достаточно, чтобы весь Bloodlust перекастовывать. Ты долго тут будете собирать лес? Ой, золото. Мне все леса не хватает, да? Да, бывает. 7 тысяч маловато. Жалко, подавать нельзя, да, там? Оппоненту. Какие-то дирижабли он там садится. Блин, здесь даже не его нычка. У меня реально вот эти два здания остались. Я просто, ну, он же не выходит из-за чего-то. Вот из-за чего он не выходит. Я нашел это место. Болтаря. Один не его. А не, оба его. Ну, он надеялся всех героев постановить. Боже мой.
Сюда я так пролететь могу. Нифига тут чел. Так вот, этот чел, он, у него восьмой этот был еще. Живой причем. Почему он вышел? Почему он вышел, если у него восьмой еще жив был? У него нычка рабочая была, ребят, и восьмой Таурен. Вот как раз я и думал, что еще серый жив, и остатки розового где-то бегают по карте. Ну что, надо идти заканчивать, наверное, уже. Нечего курить. Что ты там строчишь? Письма. Письма? Письма? Ух ты, спрашивай, какой фильм смотреть? Рассказывай. Пуш, 2009 год. Пятое измерение по-русски называется. Там Капитан Америка снимается. Ну блин, у него еще где-то что-то есть. О. Финальная битва. Вообще скучный. Что там, финальное сражение, да? Уверен. Ну, мои сорки не успели, конечно. А за ним гоняться это просто бессмысленно. Воу-воу-воу. Забодаем его. Не представляю, какая должна быть армия где-то спрятана, чтобы я вообще беспокоился о том, что он меня убьет. Все, мы его забодали. Так, а вы тогда бегите вот сюда. О, попал он. Куда он идет? О, сорка, замедление, плиз. О, боже ты мой. Ты долго спать будешь? Некого отправить. А что она за медло не кинула? Турин советует построить кучу магических вышек и съесть карту. Нифига у него тут еще есть. Что там? Да ничего особо. О, там куча баток. О, я пролетел сюда армией, которую не взорвать. Нет! 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 Сука! Моего единственного юнита взорвали! Я старался, ребят. Я старался его оставить. У тебя Палыч тоже не полетел, да? Не хочу. Палыч тоже не полетел? А, так это он предатель, я понял, в общем. Он прилетел, настоящая моя армия. Но мы... Прячьтесь, прячьтесь. Уходите в сумрак, всем в сумрак. Все. Так, пойдем искать его. Охота. Ренгард на тропе войны. Ну какой он скучный. Он не выходит из игры. Так, что там по моему Ренгару? О, мой Ренгар нашел их. Где мой рыцарь? Вот ему интересно бегать, ребят, по карте, видимо, вот так. Это ему доставляет просто удовольствие. Приз, давай себя усилий. Вау! Да тут это вообще... Это лесорубка настоящая. Панда, ты где? Мне кого-то там подрезали. Пристань, ничего не сделал. Да. Ну, мой рыцарь что-то нашел. Еще кого-то подрезали. Давай, один на один.
Пацанская битва. Ой, меня снесли здесь, значит. Что мы так еще и проиграть можем. Надо, короче, его ломать просто все здания подряд. Долбаешь здание искать? Да, не задолбаемся. Так, и надо одного грифона выкинуть из пачки. Кто это? Это ты. Скажи нам все зеленые точки на карте, пожалуйста. Прячь, спаси друга! А друг спасся, ребят. Вот так вот. Это настоящая любовь. У меня осталась одна девка только в команде. Так. Мы эти... Мои поисковики пока никого не нашли, тут какая-то война, вообще ничего не сделается. Проиграли. Вот, а я боялся, что проиграю. Что, у тебя здесь нет ничего? Ей! Он вышел. Ну да, серый был самый сильный. Хоть и зеленый был самый богатый. Ну, у него герои вообще какие-то. Видите, у этого были хотя бы 9-8. Но у него не было третьего героя, и это зарешало в том файте на моей базе. Получается, последний олл-ин был. Этот вообще не поиграл ни чуть-чуть, ни капельки. Да не знаю, ребят, уже вроде все, поздно. Уже надо заканчивать на сегодня, наверное. Гоп, ловец. Ты ловец будешь, да? Конечно. Ну, пошли ловец, наверное. Одну еще. Надо отдельно. Где лол? Так я фильм тебе же сказал. Фух, чем ты слушаешь? Так. Я же тебе фильм уже подсказал. Так, стоп-старт надо сделать.